Сереж, в двух словах, ваш проект, что это? Влоги – это интернет-сервис, который позволяет простым людям подготовить правильные декларации и документы для возврата налога, подать их онлайн. Что вы уже сделали за это время? Вот, собственно, все это, что я говорю, у нас уже есть. Это уже работает, и вы можете на нашем веб-сайте все это сделать. То есть и прибыль уже есть? Да, да. А тогда зачем вы пришли на стартап-шоу? Мы пришли, во-первых, за известностью, потому что мы сейчас очень качественный продукт, но относительно неизвестный. Мы хотим рассказать о себе. И, во-вторых, за новыми партнерами, которые помогут нам сделать много всего полезного. Сереж, какая мечта? Это мечта, это одновременно план. Сделать так, чтобы налогия стала лучшим интернет-сервисом в нашей сфере, и даже, пожалуй, я бы сказал, в смежных. То есть лучшим интернет-сервисом в сфере финансов и электронного документа оборота. Я желаю вам успеха. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Сергей Цабов. Я расскажу о проекте «Налогия». Налогия помогает простым людям, не предпринимателям, подготовить правильные налоговые декларации, правильные документы для возврата налога и подать их онлайн. Мы находимся между вами и налоговой инспекцией. Мы помогаем справиться со всеми непонятными, запутанными, постоянно меняющимися требованиями налоговой инспекции. Что мы даем? Три вещи. Во-первых, все можно сделать онлайн. Подготовить документы, подать их. Во-вторых, профессиональный консультант всегда поможет. И в-третьих, мы максимизируем ваш налог к возврату. Мы помогаем возвращать налоги. Это не совсем то, что уход от налогов, это гораздо лучше. Кто наши конкуренты? Во-первых, офлайновые консультанты. И вот сейчас именно эта сфера переходит в онлайн. Сейчас наши основные конкуренты такие маленькие офлайновые компании, фрилансеры, которые делают все не совсем качественно, делают все онлайн, офлайн, извините, что означает, что вам нужно будет долго искать этих консультантов, потом получить иногда результаты в бумажной форме, в этой бумажной форме нести в инспекцию, что гораздо менее удобно, чем то, что делаем мы. Во-вторых, это официальный сервис государственной финансовой налоговой службы, который бесплатный, но мы, в отличие от него, даем помощь живого человека, и мы помогаем максимизировать налог по возврату. И в-третьих, это два схожих сервиса. Наша ручка за 2012 год фактически около 4 миллионов рублей, и мы планируем очень агрессивно расти. Мы получили совсем недавно посевной раунд от FinSight Ventures, но находимся в поиске следующего раунда. У нас нет немедленной нужды в инвестициях, но мы ищем следующий раунд, который позволит нам расти еще быстрее. Это три наших основателя, в том числе я. У нас, конечно же, очень сильная команда. Это мои контакты, я буду рад рассказать больше. Спасибо. Не уходи, Сереж, у меня... Не ухожу. Пара вопросов. Ты сказал о конкурентах онлайн. Не мог бы ты их назвать? И в чем ваше преимущество перед ними? Чем отличаетесь? Онлайн-конкуренты, они же два схожих интернет-сервиса. Во-первых, у нас больше доля рынка, во-вторых, мы лидеры по качеству, в-третьих, лидеры по технологиям. То есть мы первые запустили полноценную онлайн-подачу. Когда вы приходите к нам на сайт, получаете все. И консультацию, и подготовку документов, и полноценную подачу онлайн этих документов в инспекцию. Они остались немножко позади технологически. Я видела ваш график. И там вы говорите о резком росте, вот 10-12 и 100%. Чем мотивирован вот этот скачок? Что вы будете делать? И почему на третий год, почему не второй это год? Что вы будете делать? Вы рассказываете секреты. Рассказываю. Ну, во-первых, сейчас мы в такой стадии, когда мы сможем масштабировать наш продукт, потому что мы сделали очень много работы по поиску правильной бизнес-модели, по поиску правильной технологии, усилению команды. Вот сейчас у нас уже есть очень хороший продукт, который теперь нужно масштабировать, найти, проще говоря, больше клиентов. Почему третий год, а не второй? Хороший вопрос. Ну, три года – это какой-то такой разумный срок, который позволит очень серьезные вещи в сотни раз найти, обслужить качественно в сотни раз больше клиентов. Вот вы говорите,
вас сильная команда. А можно как-то подробнее о вашем опыте? Почему мы должны доверять, что вы способны создать то, о чем вы говорите? Подробнее. Ну, во-первых, у нас есть такой состав основателей, разнообразный, что ли. То есть компетенции во всех сферах, кроме мотивации и желания добиваться успеха. Вот так, если в двух словах. Целеустремленная команда, есть компетенции в разной сфере. То есть есть очень сильный технический директор, есть люди, которые разбираются в маркетинге, в том числе в интернет-маркетинге, есть люди, которые разбираются в финансах. Я сам разбираюсь и в финансах, и в IT. Я по первому образованию финансист. Вот если вы там скажете об образовании и об опыте работы в каких-то определенных фирмах, которые были на слуху, это помогло бы инвесторам просто... Скажу, да, помогу местам. Я закончил Гарвард, я работал в Уолмарте. Звучит, но Гейтс и Цукерберг не закончили, может быть, это плохой показатель, что я закончил. Это уровень, мне кажется. Да. Я работал в Deloitte, занимался финансами, в том числе в Deloitte, например. Понятно. Могу много рассказывать, это партнеры настолько прекрасны, что если я начну о них рассказывать, я не смогу остановиться. Я искренне хочу помочь вам просто раскрыть вашу тему и ваши, не знаю, потенциальные таланты, чтобы инвесторы могли больше заинтересоваться. Спасибо. Все. Спасибо вам большое. Но у меня был очень простой, такой примитивный достаточно вопрос. Я когда смотрел на этот проект, я вижу, что, допустим, есть там точка, да, которые делают что-то похожее там, в бухгалтериях, это оптимизация, еще. Мне первая конкуренция приходила в голову именно вот связанная только с точкой. Я как-то ошибаюсь или рядышком где-то бродит? Ошибаетесь. Нет, мы совсем не точка. Точка – это банк. Ну, безусловно, мы не банк. Стоят. Услуги по бухгалтерскому обслуживанию. Нет, смотрите, мы не банк, мы делаем, смотрите, мы не онлайн-бухгалтерия очередная, мы не обслуживаем ни предпринимателей. Напротив, мы для непредпринимателей. Вот не предприниматели. Физлиц? Физлиц, да, физлица, не предприниматели. Вот они 10 миллионов таких подают налоговые декларации в год. То есть это тоже огромный рынок. И стратегия именно заняться этими людьми, бедными и несчастными, потому что для них так нет таких качественных продуктов, как точка. Да, да, да. То есть если ко мне приходит письмо из налоговой инспекции, да, то я обращаюсь к вам, что там налоговая инспекция пишет, как физлицо заплати налоги. Именно абсолютно, да. Катя сказала, что она предприниматель, мы не специализируемся на предпринимателе. На ИП, вы мне не поможете. ИП, к сожалению, нет. Ну и пожалуйста. Подождите, я забыла спросить, на чем вы зарабатываете? Вот, ну, то есть конкретные же есть функции? Зарабатываем на разовые услуги. То есть здесь нет какой-то очень сложной, хитрой бизнес-модели. Разовая услуга по подготовке отчетности и по подаче этой отчетности стоит некую фиксированную сумму. Все очень просто. А дальше, конечно же, наша амбиция гораздо больше, чем делать только налоговые декларации. Но пока вот мы хотим сделать очень-очень круто это и стать лидерами в этом. Затем есть еще какие-то другие документы, с которыми можно помочь именно физлицам, не предпринимателям. Но пока мы не планируем лезть вот в сегмент предпринимателей. Спасибо большое. Друзья, я думаю, что ваши вопросы вы оставите на чуть попозже или сейчас есть желание задать? Есть желание задать? Ты позволил? Да. Возможность такую. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, а как осуществляется обмен данными между налоговой и вашей системой? Обмен данными, если очень упрощенно говорить, по неким протоколам и стандартам, которые задаются самой налоговой службой. То есть эти протоколы и стандарты давно готовы. То есть данные экспортируются из вашей системы, поэтому стандартам в систему налоговой, правильно? Да, да, да. То есть вы общаетесь с нашим простым интерфейсом, наш простой интерфейс спрашивает вас простые вопросы, и затем мы формируем определенный XML-документ по определенным стандартам и правилам, отправляем его в налоговую инспекцию. Вот так. То есть правильно я понимаю, что основа вашего там решения – это более адаптированный интерфейс для обычного рядового пользователя, чем тот интерфейс или те, скажем так, бланки, которые существуют в налоговой службе? Можно, да, упрощенно сказать так. Я даже пытался это вот так нарисовать, чтобы не говорить, что мы между вами и налоговой службой. Мы пытаемся вас избавить от каких-то вот именно неудобств, какого-то налоговой службы, ставить удобный интерфейс и так далее. Да. А вопрос такой, там существует какая-то система консультантов, которые поддерживают
систему, когда у людей могут возникнуть вопросы. Абсолютно, да. Да-да-да. То есть, если говорить вот об основных элементах того, что вообще такое налоги, это удобный веб-сайт, веб-приложение, иначе говоря, плюс профессиональные консультанты, которые помогут. То есть, они там подключаются тоже как-то, да, там высвечиваются окошки, условно говоря, там, задайте свой вопрос, мы вам поможем. Да, ну, стандартные удобные средства, это в первую очередь телефон, во вторую очередь email, в третью очередь онлайн-консультант, да. Uh-huh. И они бесплатно помогут. У нас монетизация через услуги, поэтому мы можем себе позволить бесплатно вам помочь с каким-то первичным вопросом, а нужно ли вам подавать декларацию, так далее. Это очень профессиональные, вежливые консультанты, и этим мы отличаемся от вещей, которыми мы отличаемся от логистов. И это консультанты, которые мотивированы вам помочь. Они мотивированы помочь вам минимум законно, конечно же, заплатить налогов, максимум налогов вернуть и так далее. Через вашу систему только заполнение документов идет или движение денежных средств тоже? То есть оплата на тех же самых налогов? Только документы. Ну, возможно, мы подключим оплату налогов на парады, как и мы. На сегодняшний день существует ли такой показатель, я не знаю, как там, расчетная мощность, то есть количество пользователей, которые там в единицу времени вы можете обслужить? Я бы сказал так, за этот год у нас платных клиентов было порядка 10 тысяч. Мы постоянно растем, эту мощность увеличиваем. А в целом говоря, о рынке порядка 10 миллионов вот таких деклараций именно не предпринимательских подается в год. Я понял. Я сейчас чуть-чуть немножко о другом. Не о емкости рынка, а о вашей возможности технологической. Допустим, условно говоря, в моменте, там, в течение там, 10 минут на ваш сайт зайдут с желанием заполнить там, эту декларацию, там, условно, 100 человек, или там, миллион человек, или там, 5 миллионов человек. То есть я хочу знать на сегодняшний момент, какой предел, когда ваш сервис, условно говоря, там, взорвется в силу невозможности обслужить такое количество желающих. Я скажу так, наш сегодня предел, наверное, около 100 человек в сутки. Но взорвется он, никогда не взорвется, потому что мы постепенно нанимаем новых консультантов. То есть сама по себе IT-архитектура вообще выдержит всех людей на свете нашем. Но она работает, когда есть еще в дополнение к ней профессиональный консультант, помогает. А вот консультанты все-таки, они выдерживают ограниченное количество людей, мы постоянно нанимаем новых. Все, я понял, спасибо.